Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной выезд. У нас долго шли дожди. Едем в лес, где много очень грязи. У нас сегодня такой интересный автомобиль ГАЗ-69. Вам приятного просмотра, а мы едем. Мы сейчас возвращаемся по этой, возвращаемся по этой дороге. Потом направо, по-моему, надо уходить, да? На развилке направо, на первый. Вот на первый? Да. Вот понизу. Ну, можно здесь, да? Да, и там будет подъемчик интересный, да? Вот, должен быть. Подъем еще дает, сейчас будет. Ну давайте, короче, мы сейчас едем обратно, потому что приехали на Урал, другой дороги у нас нету. Нужно доехать до развилки и уже свернуть направо. А вот знаете, друзья, кто это сидит? Не говори никому. Владельцы Паджеро. Они оставили в начале маршрута свои тачки. Нет, посередине где-то примерно. Ну, посередине, ладно. И едут где? На УАЗе. Самое главное, не в Ниве, не в Ниве. Ну ладно, пусть будет так. Вот. Маршрут, короче, интересный. Сейчас возвращаемся на развилку и поедем направо. Там уже должна быть грязь. На данный момент, как бы, пока все лайтовенько. Отлично. Это, короче, мы сейчас возвращаемся обратно. Глубокая, медленно. Сейчас, тем более, ее намочим горочку. И уже будем буксовать, я так думаю. Ну, по крайней мере, кто на МТ-фик, ну, проблем вообще нету. Кто на АТ-шке, те будут страдать. Здесь прям будут страдать, ребята. Здесь тоже МТ-ха. Вот, смотрите, шевик на АТ-шечке. Как он грубо, как он грубо. Очень грубо, очень грубо. Так не надо ездить. Не заводится? Ты так хапнешь воды. Не надо так сильно по воде ездить. Давай, открывай капот. Ну, приводит быстрая езда по воде. Вот смотрите, все мокрое, видите? Сейчас воздухан откроем. Хотя у шевика воздухан стоит высоко. И генератор выше стоит, чем у 31-х, 21-х Нив. Вот сейчас откроем, и фильтр должен быть мокрый. Блин, забор воздуха вот на этом уровне у него идет. Забор воздуха. У обычных Нив здесь примерно, а у него здесь. То есть быстрая езда, вода попадает, засасывается. Фильтр мокрый, если много воды, поступает в ресивер и уже в цилиндры. И получается у нас гидроудар. Ну, в данном случае заглушили вовремя. Я думаю, ничего страшного не произойдет. Полный воды фильтр. Сам фильтр мокрый, вон он. Поэтому, ребята, аккуратнее по лужам ездите. Это очень опасно. Давай, давай уже, надо ехать. Нет, у него, походу, свечи выкручивать. Шевик самостоятельно не едет пока. Сейчас на малых завели. Двигатель запустили. Цепляем тросом и уже вытаскиваем. Как я и говорил, подъем уже намочили. И самостоятельно автомобили не едут. Сейчас на очереди у нас Нива Тревел. Новый, тоже на АТ-шечке. Отставляем мягкий шакл. Вот здесь вот на тревелах, на шевиках очень глубоко спрятана металлическая петля. И металлический шакл туда не лезет, только мягкие шаклы. Петлю распетушить чуть. Ага. О. Теперь выравниваю это. Да все, нормально, в принципе. Это называется мягкий шакл, ребята, для шевиков, тревелов. Обязательно. Все. Еще. Хорош. О, как легко. На МТ-хе, не вас. Да, сейчас спустится. Сейчас автомобиль вот так стоит. Надо его будет спустить туда, чтобы вода с патрубков вылилась. С воздухана. Очень интересно. А уже темнеет. Двигатель запускается на малых, работает. На оборотах начинает глохнуть. Все, процесс пошел. Ребята, дорогу освобождают. Смотрим, как заезжает Нива Тревел. Потихонечку. Очень медленно. Не спешим. И выезжаем на подъемчик. На АТ-шечке. Цеплять некому. Автомобили, которые впереди шли, утащили другой не вас. Поэтому, Алексей, сдаем назад больше. Берем ходу. И надо ехать. Вот такие дела.
АТ-шечка. О! Довольно выехал на МТ-ке. Ну, разница налицо, да? На МТ-ке как легко выезжается. Но глубоко. Полный фар. Тоже АТ-шечка. Ну, смотрите, намного увереннее, намного увереннее. 31-я турба, турбовая на МТ-ке. На хорошей МТ-ке. Ну, на холостых. А там есть кто еще, Юр? Да, там машинка еще. Понял, давай. Жесткие звуки. Ну, здесь у нас сафари. Просто на сафари. До этого здесь набрал немножко воды. Поэтому теперь потихонечку. Молодец. Практика, ребята, практика. Тоже, как ни странно, легко и просто. Так, стоковый. Ох, как он грубо. Очень грубо, очень грубо. Захлебнулся, винтами закидало. И, возможно, не заведем. Не заведем. Чего ты? Блин, ну ты быстро едешь, надо очень медленно. У тебя винты тоже, да? Винты? Стандарт его вытянь. Вытаскивай, подъезжай. А не хватит, да? Хватает? Удобнее, конечно, когда на бампере, например, есть за что цеплять. А здесь приходится вниз. Ох, и опасно. Так, тянет, тянет. Не хватает мощи. Ну все, это у нас последняя машина. Я так думаю, что сегодня мы не успеем доехать до того маршрута, куда хотели, потому что уже темнеет. А когда очень много машин, то получается, ну, колонна растягивается, всех надо отснять. А те ребята, которые первые уехали, они стоят, бамбук курят, как говорится. Вот. Ну, интересно. Хотя обещали, говорю, дождь, но, к сожалению, обманули. Ну вот, смотрите, карбюратор. Тоже, видите, все мокрое. Сейчас открутим крышку. Ну да, ты вовремя остановился. Здесь еще есть охлаждение, вентиляторы стоят, видите? И когда воду заглубляешь и больше, то винты начинают раскидывать и попадают везде, в том числе и воздухозаборник. Сухой? Нормально. Все, завели. Теперь движемся. Поснимаю вот так. А дорога-то огонь, ребята. Ох, ё! Чуть сам не слетел. Небольшой пробочки. Там подъехал автомобиль Игорян на китайца. И как-то не может развернуться. Ну, говорят, китаец там приехал и что-то 20 нив, короче, заблокировал. И говорит, китаец сила, понимаешь? Очень грязно.
Хорошо, что я обул сапоги. Что там, какая ситуация? Китаец? А, вон он уже, нашел я его. Владельцы Паджеро пешком ходят. А вот смотрите, а мы на Ниве, а вы вот хоть на Паджеро, а пешком ходите. Вроде колеса, смотрите, травленные, хорошо, прям сплющенные, видите? Здесь Паджерики тоже не могли проехать. Очень сложный рельеф, и проехать здесь практически невозможно. Китаец, видите, не может выехать в колею. Мешает вот это дерево, его нужно объехать. По той колее мы упираемся в дерево. Если сюда съехать, но, видите, он, у него не получается перепрыгнуть. Посмотрим, как не вас поедут. Вот и пытается оборотами вытянуть автомобиль. Давай лебедку, лебедку тяганем и все. Ты лебедкой цепляйся сюда и все. Во! Отлично! Молодец, молодец! Ну, намного легче. Ну, правда, вот. Чуть задницей не сыграл. А вот кто на Атэшке, это будет весело, ребята. Ну, вот, Нива, красавца. Сразу надо... Падай, падай, отлично. Все. Поехали. Отлично, молодцы. Тоже на МТХе. Упали. Молодцы. Сейчас посмотрим. Здесь АТ-шка. Ну, в принципе, неплохо. Отлично. Ничего, ничего, нормально. Давай назад. Давай, давай, больше, больше, больше. Вперед давай. Вперед, вперед качай. Назад. Раскорячились на Т-шечке. Сейчас другим невасиком потянем, выставим и, в принципе, поедем дальше. Ух ты! Вот, нет! Надо, наверное, все-таки его вытягивать. Тебе надо туда упасть. Вы даже, наверное, слышите, как грязь такая вот прям приклеивается, что ли она. Уже накатали, уже намного интереснее стало. Здесь без разницы. Самоблоки будут у тебя стоять, не будут стоять. Как бы роли уже не сыграет. Сейчас нужно его будет столкнуть, получается, влево. Да, я думаю. Ой, а вам надо... Да, давай попробуем вот так. Поехали. Нет, не получится, наверное. Вот, 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 отлично. Нормально. Поехали. Крути сюда, крути. Давай, 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 давай. Назад, давай, катни. Молодца, давай, красава. А вот как раз и дожичек пошел у нас. Я вот сейчас посмотрим Нива Тревел. Тоже АТ-шка. 205-я.
Не, пацаны, не залазит, не залазит. Тоже давай будем сталкивать его. Вот видите его? Оп! Газу! Леха! Опасно! Опасно! Ну-ка, покажись, как тебя там вознаградили за твой труд. Вот так. Опасная была ситуация, очень опасная. Чуть новый Нива трелла мы в дерево. Че? Да не газуй! А к чему делать-то, как по-другому-то ехать? Ай-яй-яй-яй! Ох, как скользко! Проблема в том, что лежат деревья. Вот это вся и опасность. Все, ну выехал, по крайней мере, молодца. Вот смотрите, на МТХе вообще намного проще. Раз и все. Посмотрим. Опа! Опасно. Здесь тоже АТ-шечка установлена. Посмотрим, длинная база как сыграет. Тоже нужно ему влево. Но перепрыгнуть у него не получается. Потихоньку, прям съезжай, потихоньку. Обычные шипы, я думаю, едут, да? Потихоньку, потихоньку. Нет, 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 не получится. Давайте поможем, столкнем его, что ли, тогда. Как те предыдущие автомобили. Все, отлично, упало. Все то же самое. Все то же самое. Да, интересно. Очень интересно. Нет, назад тебе надо. Три. Пытаемся убрать дерево. Коллективная работа. Так, на данный момент дерево убрали. И командной работой опять мы заднюю часть автомобиля столкнули. Ему надо теперь максимально уходить назад. Да, грязь у нас очень интересная. Все, давайте, парни, надо выезжать. Но нет, уходит. Его надо назад туда подальше и сваливать. Давай, давай, все уже. Победа, победа впереди. Молодца. МТХ на турбо-ниве. МТХ корейская, хорошая, мягенькая. А давайте посмотрим. Сзади это, заварка. Ну вот, намного проще. Вот так. Ну, легче, легче. Даже МТХ в нашей грязи не выезжает. Здесь вот и поджерики мы оставили. На этом месте они не смогли здесь проехать. Но нет, 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 бесполезно. У тебя что за резина стоит? Кардиант Оффроуд. Это второй который? Второй который. Тебе туда надо, туда, в другую сторону колеса. Бывает. Пластиковые бампера — это зло. Давай назад.
Давай, 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 давай. Все, стоп. Сейчас будем толкать. Вот. Все, давай. Нет, 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 парни. Все, стой. Поехали. Давай, давай, давай. Нет, нет, нет. Ну, у него резина вообще лысая. Резина вообще. Можно сказать, нету ее. Очень сложно, ребята, очень сложно. Вот, нет, 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 нет. Отпусти, отпусти. Давай, 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 давай. Вай, вай, вай. Молодцы, молодцы. Давай, сафари, покажи, как ездит сафари у нас на карбюраторе. На сафарях, на сафарях. Ой, бля, ты что творишь? Огонь, огонь. Бля, вот. Вот, здесь в миллиметре проехал. Я думал, все, сейчас колесо разуется. Белые тапки спать. Что, опять полный привод не включил? Вот смотри, человек ездит на УАЗе. Хорошие шины. Он поверил в свой УАЗ, а сам не подготовился. В каких-то там танцевальных тапочках шлифует. Стоковый не ваш на карбюраторе. Посмотрим, посмотрим. Ой, бля, ой, бля. Страшно, страшно. Не, не, вот, хорош, хорош, не надо, мне кажется. Давай сюда, выкручивай. Поехали. Не, 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 не надо было останавливать. Я, говорит, приеду, попробую. Посмотри. Молодец, молодец. Опыт не пропьешь. Да, да, да. На 35-х тапках. Газ-палас. Спокойно. Не, я думаю, спокойненько надо проехать. Сейчас посмотрим. Широкие МТ-ки. У него же МТ-ка, да, по-моему? Да. Спокойненько. Очень спокойненько, очень уверенно. Охренеть. Вот так вот. Молодца. В чем вы здесь мучились, я вообще не понимаю. Выезжаем. Да, вот огонь тачка. Виталь, Виталь, на связи мы. Я говорю, мы все проехали, выезжаем. Вот направо поворачивайте все. Здорово блогерам! Здорово. Я съездил, забрал свой автомобиль. Сейчас догоняю всю группу. Потому что изначально, когда мы выехали, так как здесь дорога узкая, было снимать неудобно. Решено было мой автомобиль оставить и ехать на первом идущем в колонии автомобиле, чтобы поснимать ребят. Сейчас ребята меня ждут, я к ним, и едем дальше.